Жизнь и традиции народов Кавказа красивы, как природа этого поистине чудесного уголка земли. Пронзительно чистый горный воздух и залитые цветами луга, шумные, с кипящей прохладой реки, вековые деревья богатых лесов и, конечно, пронзившие облака и раздвинувшие небо горы-великаны. Кавказ пленяет всякого, кто хоть однажды побывал здесь, кто хоть однажды был на кавказской свадьбе, кто хоть однажды видел прозрачно-нежную искренность девичьей красоты, способной пленить кипящий, бурный и непокорный кавказский характер. Сегодня речь пойдет о невесте. Невеста на Кавказе, пожалуй, без преувеличения, один из самых искренних и торжественно-печальных фольклорных образов. В сказаниях народов Кавказа образ невесты всегда по-особому окрашен искренней преданностью своему любимому и фатальной решимостью к жертве ради своего избранного. Но, пожалуй, главными чертами невесты на Кавказе являются ее скромность, робкость и покорность. А свидетельство этому, пожалуй, все. От свадебной церемонии до традиционного кавказского костюма. Свадебное скрывание – один из элементов свадебных традиций народов Кавказа. Невеста со времени брачного сговора почти не показывается за пределами родительского дома и совсем перестает бывать на людях. Девушка-невеста в родительском доме избегает встречи с отцом и старшими братьями. Она не должна подавать виду, что сватовство, хлопоты в связи с этим по дому ее каким-либо образом касаются и волнуют. Увидев кого-либо из родственников жениха, она должна скромно скрыться от них, да и в собственном доме она уже становится гостьей. С особым тактом она должна соблюдать нормы приличия и скромности перед старшими, стараясь не касаться в разговорах предстоящих свадебных торжеств, сохраняя сдержанность во всем. Большое внимание к образу девичьей чистоты у народов Кавказа оказало влияние на свадебные обряды, где у некоторых народов невесту выводили ненадолго для участия в обряде приобщения к домашнему очагу или выводили в разгар свадьбы к танцующим, чтобы получить за нее выкуп. Но ни в угощениях, ни в свадебном веселье невеста участия не принимает. Невесту как бы отделяют от шумного свадебного веселья и богатого застолья, ведь она олицетворяет образ девичьей чистоты и неприкосновенности. Этому уделялось столь детальное внимание, что еду для нее приносили девушки или женщины в ее брачное помещение. Свадебное скрывание невесты прекращалось после заключительных обрядов свадебного цикла. Например, у черкесов эти обряды открывались раздачей вещей невесты и подарков ее родных. Традиция требовала, чтобы в новой семье невеста была во всем новом, поэтому свою прежнюю одежду она оставляла дома, а накануне или во время большой свадьбы ее родители присылали дочери новую одежду. После раздачи вещей невесты ей разрешалось общаться с свекровью, но еще не разговаривать с ней и с родственниками среднего возраста. Именно этот элемент свадьбы знаменовал собой окончание свадебного скрывания невесты. Для того, чтобы молодая невеста могла выходить за пределы двора, не скрываясь от соседей, совершался обряд первого выхода за водой. Молодую одевали в свадебное платье и давали ей небольшое деревянное ведерко или кувшин. Вместе с девушками и молодыми женщинами она отправлялась по воду. Все это сопровождалось игрой на гармошке и танцами. По возвращении домой водой, которую принесла молодая, возносили молитву и причащались все, в особенности старшие и дети. Пир продолжался до заката солнца. С этого дня молодая уже свободно исполняла свои обязанности как вне дома, так и по хозяйству. Кавказская свадьба по характеру и настроению всегда отличается шумным весельем и щедростью, дорогими подарками и национальными танцами, шумным застольем
и прозрачной чистотой главной гости на этом торжестве, той, ради которой подготовлен дорогой Колым, заготовлены лучшие наряды и подарки ради невесты.